Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Настало время выкапывать школку. Мы показываем, как мы это делаем, показываем наши результаты, что же мы здесь нарастили. Ну вот и пришло время выкапывать школку. Как видите, мы уже убрали наши шпалеры, смотали веревки. Сейчас убираем спанбонд и готовим все к выкопке. Саженцы мы пока обрезали под один общий уровень. Накануне я прошла и на каждый повесила бирочку. Выкапывать саженцы оказывается совсем нелегким делом. Потому что корневая не просто хорошая, а очень хорошая. Вот эту лопату мы уже сломали на школке. Пришлось ехать покупать новую лопату. Ну, новая пока держится. Вот такие саженцы у нас выросли. Это зилга. Смотрите, какие замечательные корни. Целая метелка и много мелких всасывающих. Замечательный саженец, который прекрасно будет расти в следующем году. Конечно, не все саженцы такие огромные, некоторые чуть поскромнее, но в любом случае у них у всех хорошая, крепкая корневая. Дальше проводим сортировку саженцев. Хорошие качественные саженцы я складываю в один пучок и связываю по 10. Те саженцы, которые плохо вызрели, в качестве которых я не уверена, я складываю в отдельный пучок, и они будут храниться в подвале до весны. Ну а после сортировки саженцы отправляются в подвал. Крышки мы присыпали землей, связаны они в небольшие пучки, и вот так они будут храниться до тех пор, пока не поедут к вам. День близится к завершению, загораются краски заката. Работы у нас еще достаточно много. Возможно даже, что за одни выходные не управимся совсем. И в завершении ролика я хочу вам напомнить, я говорила об этом в других видео, что такие саженцы в спящем состоянии можно высаживать до того момента, пока не замерзнет земля. Также такие саженцы прекрасно переносят транспортировку. Если по каким-то причинам у вас не выходит их высадить осенью, можно их высадить весной, а до этого времени они прекрасно сохранятся в подвале, либо даже в холодильнике. Но весной их можно высаживать либо совсем рано, как только отмерзнет земля, и ее можно копать. Ну, либо уже позже, когда станет совсем тепло, потому что если саженцы находятся в прохладном месте, они не будут пробуждаться рано. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!